коридорах больше не будет. Времени на раздумья нет. Помощи вам ждать неоткуда. Гарантируем сохранение жизни и соблюдение международных законов обращения с военнопленными. Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя. Славян. Вот эти бункеры, о которых столько речи, что они из себя представляют? Бункеры — это советские постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с туннелями, выходами. То есть безопасное место для укрытия от обстрелов. И, ну, даже, может быть, и ядерные, там говорили, было вроде бы даже... Был ли ты внутри? Да, был. Я был на двух блиндажах. На двух блиндажах? Ну, в бомбоубежище. Насколько глубоко эти бомбоубежища? Что это они... два, до двух этажей. До двух. Угу. Плюс-минус. Получается, здание, под зданием коридор подземный. Спускаешься, и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары. То есть типа кровати до третьего этажа, вот там, ну, трехэтажная кровать. И все. Ну там туалет есть, техническая вода установлена, это все при совдепе делалось. По сведениям корпорации слышали, вот расстреливали гражданских. Были приказы от командиров. Ну там наши расстреливали. Стреляли прямо в спину гражданскому? Ну да, так и было. Это свое закрытое подразделение, которое состоит из определенных группировок, и чужие туда не вхожи. Это вот такие, как военнослужащие, вольные найм, только обязательно, насколько я знаю, я не очень разбираюсь в этих группировках, но знаю, что обязательно свои, обязательно, чтобы кто-то был представитель какой-то группировки, обязательно какие-то рекомендации. Обязательно с какой-то своей историей что-то такое. А группировки, ну, все-таки вдруг вы слышали когда-то за время вашей службы, какие? Около футбол, националистические. Вот что за люди? Националистические, ультрас. Ультрас около футбола вы имеете? Да. Ну, такие вот свои. А вероисповедание? Не православное, а язычничество. То есть язычники? Да. А вот в интернете очень много роликов, посвященных обрядам в полку Азов. Действительно так все происходило? И пляски эти, и факельные шествия, и все остальное? Ну, в закрытых формах, да, что я иногда видел такое. Но... Как вы замкомандира полка не видели? Это вы на службу своим... ходили, вы дисциплинированный офицер, правильно же, Виктор да. Петрович? Ну, так вот. Там все сделалось свои среди своих. Все, понимаете? То есть вы специалист по материальным средствам, я, по вооружению, по всему? Я не мог с факелом бегать, там еще что-то, там с крестиком. Ну, допустим, даже то, что у меня крестик, я уже не мог находиться там.
А много таких, как вы, было, которых они, ну, терпели из-за, ну, профессиональной квалификации, которую вы имеете? Вот специалист по учету документов, материальных средств. Пару майоров было, и капитаны были, да. А где они сейчас? 30-57 были, потом уходили, увольняли. Просто воинская часть. Ну так не бывает. Закрытого названия я не знаю. Воинская часть. И у нее штат был, батальоны менялось. А приданный был полк, то это уже значит не полк. Приданный часть. Или входящий в состав? Входящий в состав. Коли артилерію накрили, дуже багато було 200-х, 300-х. Ми їм нічим не могли допомогти. І нас окружили, і ми здались. Страшно було в плін здаватися? Ні, ми ціленаправлено вже йшли в плін здаватися. Тому... Не знаю. Надіюсь, все буде добре. Гашев, я з ним розмовляв зараз. Звание. Це зброя, регенепальна зброя. Это что у нас тут? АК-74. Разговариваешь, он говорит одно, а вот список оружия, которое внесено в военный билет, говорит о том, что другое. АПС это специальное оружие. АКСУ это люди, которые занимаются штурмовой деятельностью в основном. РПГ-7. Гранатомет. АК-74. Да, смотрите, как парни, да? Нехило. Удостоверение участник войсковых ДИ. Гашев. Так, против терроризма боролся. Вот, все территории Украины. Так. Участник боевых действий. Оружие специальное, разведчика. Бесшумное. Понимаете? А получается, что мы говорим о простых рыбовцах. Серьезные ребята очень. Первый, это 36-я бригада. Я понял. А куда шли? Раскошенные деревянные, да? Вы у кого? Нет, когда мы ничего не забрали, нас уходили. Зовут меня Мороз Антон Александрович, 06.11.88 года рождения. Военная часть А-2120. 81-я десантно-штурмовая бригада, 122-й батальон, ИТВ, взвод инженерно-технического обеспечения, посада радиотелефонист. Первый раз 2008-2009 год, СМТ Десна, военная часть А-1317, РМБАТ. Потом, пятая волна мобилизации, 15-й год, бригада 56-я, как А или это сказать не могу, потому как не помню. На посаде радиотелефониста. Где располагался? В Мариуполь. Работаю я на шахте в Доброполе. Сам с города Краматорска, получается, приезжий. Я стою на программной терапии больше 5 лет. Наркоманить я начал на пятую волну мобилизации. Я попал под предлогом, получается, или же идти по 309 статье, или же у меня была на тот момент повестка. Ну и вот у меня был выбор еще, блин, в Краматорском городе. На что, ну, сидеть я вообще как бы не дужу. Я лично инфицированный. Вот. Так что.
То есть тебя с таким диагнозом, несмотря ни на что, пропустили через военно-врачебную комиссию и взяли в армию? Чем аргументировали? Это серьезный диагноз. Очень серьезный. Да вы не видели, кого набирали, просто-напросто. Главное зайти в военкомат, все, дальше, блин, автобус и... Особо не спрашивается. Есть другой вариант, 10 лет. Или же 15 за уклонение. Что касательно, где брали продукты, вещи? Абсолютно. Где вам понравилось? То есть заходили в дома? В дома, вернее, то, что осталось от домов. От домов осталось немного, но я так понимаю, ребята там уже были некоторые по полтора месяца. Прикинутые как бы машины появлялись, а все остальное. Ну и я понимаю, что это все гражданское, блин. В некоторых гаражах просто не вывезли из-за того, что бензина нету, видите ли, блин, вот беда. Попал на передний край, я слышал, что можно открывать огонь куда угодно и в кого угодно. Гражданский, кого увидел, кто не понравился, огонь на поражение. Я, получается, 2 дня на рубежном просидел в подвале, сначала в одном подвале, а потом с новоприбывшими ребятами в другом подвале. Возле подвала взорвалась граната и было предложено сдаваться в плен. Ну и я согласился. Я вышел первым, получается, за мной вышло еще 7 человек, 11 нас было. Но не вышел наш командир, хотя его задеть гранатой ну никак не могло, он был под нами, получается, всеми. Ребятам с Донбасса хотел бы сказать, что не стоит идти сюда, пацаны. Реально для нас здесь врагов нету. Мне кажется, у нас враг где-то, блин, или в голове, или же, да, где повыше. Скажите, вы знаете, как относятся к пленным Луганской Народной Республики? Слышала о том, что гениталии отрезают, прежде чем отдать. Ко мне отнеслись совсем по-другому, я хочу сказать, и отнесутся всем, кто сдастся в плен, отнесутся так же, как и ко мне. Всем будет оказана медицинская помощь. Кормежка, возможность позвонить родным, предупредить девы. Я Янковский Михаил Евгеньевич, 1976 года рождения, 6 марта. Старший сержант разведывательной роты 57-й бригады. Каково у вас было морально-психологическое состояние все это время? Ну, в моей мотопехотной бригаде в 57-й моральная была не очень хорошая. Со временем становилось все хуже и хуже. С февраля они не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго. Сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие. Раненых перестали эвакуировать. После того, как многие ребята сложили оружие и перешли на сторону луганских, к нам прибыла группа из центра, около 10 человек. Наш командир, полковник Мишанчук, представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд. Во время каждого боя следили, чтобы никто не покидал позиции. По всем подозрительным стреляли без предупреждения. Старший у них был из правого сектора по фамилии Вуйко. Очень жестокий человек, у него позывной был каратель. Помощниками у него были один из наших, из Николаевской области. Позывной Сезя, фамилию не знаю. Второй грузин, похоже, наемник, они его звали Пицадзе. Еще был снайпер, позывной Ворон. В ходе боя он занимал позицию в тылу и стрелял, предупреждал, что будет мочить всех, кто бежит не в том направлении. Придумали его обряд посвящения через кровь, и всех вновь прибывших заставляли совершать убийство или пленного, или мирного жителя, и все это записывали на видео. Как они говорили, чтобы никто не отвертелся в случае чего. В этих обрядах им всегда помогали наши ротные, это Бескорсов и Веселек. А те, кто попадали в артиллерию, Черномор, это наш начальник артиллерии,
бригады Ильинские. Он лично прогонял все расчеты через стрельбу по жилым застройкам и тоже все записывали на камеру. Ну, солдаты так в бригаде живут в постоянном страхе. Матери хочу передать привет, старая, 81 год, и что со мной все нормально. Хочу передать на обе стороны, чтобы человеческое отношение как бы присутствовало все равно, несмотря на это, все, что происходит, и быстрее закончилось. Кузнецов Владимир Николаевич, 503-й отдельный батальон морской пехоты. Попал в плен 25 марта, был ранен и попал в плен. Ну что детальнее? Ну, начался минометный обстрел, вот, осколком порвало руку. Все, хлопцы загрузили меня в машину, стали выезжать из Мариуполя, и там уже нас приняли. Где в Мариуполе базировались? Порт, морской порт. И как долго там находились? Что там происходило? Да, в принципе, там ничего не происходило. То есть его сначала никто не обстреливал, ну, было все тихо. Вот, поэтому мы там находились. Вот. С Азовом взаимодействовали? Нет. Там, в принципе, кроме охраны, в принципе, никого и не было. То есть, там вообще никакого движения на окраине города, то есть ничего не было. Поэтому мы там стояли. А когда начался минометный обстрел, то мы уже решили оттуда уходить. Командование нас зрадило, покинуло. Варіантів було небагато. Ми вирішили здатися в полон. Боєприпаси так закінчились тижнів три назад, то артилерія практично вже не працювала. Артійські підрозділи пішли працювати як піхота, виконували обов'язки вже на передньому краї оборони бригади. Я вместе з мужем і некоторыми парнями з моєї роти добровольно здались в плен, коли нам наконец-то об'явили о том, що таке можливо. Обращаются с нами хорошо, никто нас не обижает. Все, большая часть бригады добровольно ушла в плен. Сумасшедшие потери, уничтоженный город, разрушена инфраструктура, разрушены семьи, жизни простых людей, военных. Мне 54 года, как бы рожденный в СССР, как бы... Совсем другие понятия у них. Не должны славяне друг друга стрелять. Совсем не должны. В каком ты подразделении служил? Десанто-штурмовая рота 501-го отдельного батальона морской пехоты. Это получается вы в Мариуполе, да, стояли? Да. А какие у вас задачи были по обороне чего? На оборону Мариуполя, то есть, ну, держать, грубо говоря, блокаду города и не дать силам Российской Федерации взять город. Ну, то есть, получается, ты был не на каком-то отдельном направлении, а в целом по городу, да, у вас? Да, меня вот конкретно, по большей части, я на многих объектах был, ну, вот, но преимущественно это связано с медициной. То есть, после отхода в Широкино нас привезли, я не могу сказать, что за завод, там мы немножко передохнули, так сказать, день после всего ужаса Широкино, вот. И после этого я был прикомандирован к Мариупольскому госпиталю. А может быть, ты что-то слышал про действия Азова, про работу Азова в Мариуполе? Единственное, что я отдаленно слышал, я говорю, мы толком с ними не пересекались, у нас свои задачи были, у них свои задачи. Единственное, что я слышал, как Азов работает, что они по большей части как штурмовая группа везде. То есть, ну, я не знаю, точно ли это так, но, например, где-то появился новый блокпост, прошла информация, надо пойти, пока не укрепились, ну, разбить блокпост, ну, Российской Федерации на данный момент, как мы это ваши. Ну, то есть, ну, примерно вот такой, то есть такими мобильными группами больше работали, мне кажется. А ты вообще слышал что-нибудь про Азов? Ну, как таковой вообще? Ты знаешь, что это такое? Кто это такие? Ну, Азов, насколько я знаю, это когда-то был добровольческий батальон. Вот.
мало вообще изучал, неинтересно особо про это было. Но вот слышал про то, что они стояли на Светлодарской дуге, если не ошибаюсь, 19 или 18 год, да? Вот. Слышал, что кто-то их считает неонацистами. Ну, националисты есть везде. Вот. Ты же понимаешь, что их, может быть, и, как ты говоришь, не путали бы там националистов с нацистами, если бы, может, у них не было свастик, например, на всем теле, не было бы вот этих вот именно нацистских татуировок. Ну, я в это особо сильно не вдавался, но я слышал, что среди националистических движений есть отдельные лица, которые, ну, приветствуют идеи национал-социализма. Не знаю, в Азове не был, не могу сказать конкретно за них, сами понимаете. Зовут Николай. В Волжской области. А как ты оказался здесь? В 2014 году попал на Украину. И сказали, что Россия напала на Украину и хочет собрать две области, Донецкую и Луганскую. Надо идти защищать, чтобы этого не было. Нет, я в 2020 году я не вернулся. И вот 8 марта меня опять мобилизовали. Опять мобилизовали, приехал сюда, да? Да. Как ты попал в плен? Я после смены отдыхал в подвале. Прибежал парень с позиции. Сказал, что на позиции стояли, мы стояли по свой человек. Он прибежал, сказал, что двое наших 200-х его контузило. Надо идти отбивать позиции. Я выскочил с подвала, так как меня привезли ночью, я не знал, где днем, где наша находится позиция. Поэтому я бежал, останавливался, слышал свист мин, летят ли они. Потом услышал голоса возле дома, побежал на голоса. По мне выпустили две очереди с ПК. Я упал, начал кричать, что не стреляйте, я свой. Потом кто-то вылез из-за забора, сказал, давай быстрее перепрыгивай через забор. Я перепрыгнул, мне сказали, бросай оружие, я бросил, и вот я оказался здесь. А обеспечение, вот скажи, там, где ты находился, вас кормили нормально или там уже тяжело как-то было? Нет, с обеспечением и с подвозом патронов у нас было тяжело. Люди были, ну, как сказать? Измотаны, потому что нас тупо как живое мясо бросали. Каждый день 200-е, 300-е. 5-6 человек в сутки, это минимум 200-х. И опять туда посылали. Опять привозили новые партии, опять забрали дыры, где не хватало людей. Николай, я на самом деле прошел почти через все, что ты прошел. Я год и 8 месяцев находился в тюрьме в Метиге, в Ливии. Я понимаю твое состояние сейчас. Ну давай вот просто пойми меня и ответь мне на вопрос. Вот вся эта ситуация, которая сейчас происходит, на твой взгляд, она из-за чего произошла? В чем основная проблема? Из-за чего мы сейчас воюем? Вот, допустим, вот ты украинец, я русский. Вот мы находимся здесь. И основная причина этого в чем? Я думаю, что основная причина это в том, что нас столкнули лбами два народа, американцы, хотят сделать на Украине свой как бы полигон военных действий. Потому что умирают с нашей стороны, умирают с этой стороны люди гибнут, находятся в плену. Думаю, надо объединиться и дать ответ этим американцам. Скажи, а сейчас ты в составе какого подразделения находился здесь?
если находился в составе 24-й бригады Львовской, механизированной. Со Львова, да, все? Земляки твои, да? Да. Или здесь разные? Нет, мобилизованные были все львовские, а контрактники, они с разных были областей. С Киевской были, с Закарпатской, с Черниговской. Сколько времени ты находишься уже здесь, в плену? Два дня. Два дня ты здесь находишься? Да. А условия у тебя кормят нормально? Да, меня кормят, мне дают сигареты. Если надо, мне дают чай, возят в туалет. Мне дали теплую одежду. Отношения здесь нормально. Ранения есть, да? Нет, ранения нет у меня. Ты говорил, стреляли в тебя. Стреляли, но не попали, потому что я упал. Ранений у меня нету. У тебя, ты здесь не один находишься, да, я так понимаю? Еще один. Здесь еще один. А он откуда? С твоего подразделения? Нет, он воищик. Воищик? Да, город Дорона. Называете? Служил? В зоне ОС. Чем занимался? Обеспечение. Я сержант материального обеспечения роты. Населенный пункт? Краматорск, Северодонецк и крайнее, чтобы рота привозила в Павлополь, возле Мариуполя. Что ты знаешь об обстрелах мирного населения Донбасса? Слышал только по интернету. Как ты слышал? Если пушки стреляют? Моя задача обеспечения. Ты, только... же, не ты же слышал выход? Ну слышал, что где-то бахает, а где куда, ну не знаю точно. До войны кем работаешь? До войны работал на евроремонт и мебель делал. Почему пошел в армию? Сказали, либо мобилизуют, либо сошукай, ну ищи на контракт туда идти. Пошел в Полтавскую бригаду. По контракту? Так точно. Ты мог уехать в Россию или в Европу? Почему не уехал? Ну, здесь мой дом, Полтава, не хочу никуда ехать, потому и пошел в тыловую часть. Что ты думаешь о Майдане? Майдане какого? 4-го или? Нет. 13-14. Ничего хорошего. Что ты думаешь о нас батальонах? Азов, Эдар, Правосектор? Я с ними не встречался, потому... Ну, не... мнение свое, как, скажи. У каждого свое мнение, каждый взрослый, потому, ну, я с ними не встречался. Ну, мое личное мнение, это подразделение, я не знаю, как ее сказать по-русски. Старайся. Ну, чуть-чуть беспредельничают в своем роде, а так... Ну, в принципе, просто не встречался с ними. Слышал только про них и все. Ты был в Мариуполе, да? Да. Там Азов стоит. Как ты не слышал про них? Ну, я слышал, но их не видел. Я в Мариуполе был только, когда получал имущество. Потому, ну, я же говорю, я с ними никогда не встречался, не пересекался. Как ты к власти относишься, украинской? К этой? Негативно. К Зеленскому лично? Категорически негативно. Почему? Ну, потому что человек без опыта пришел, шел в бизнес, в политику, развалил сначала экономику страны, теперь ее добивают войной. Представьтесь, пожалуйста. Горох Евгений Александрович, звание лейтенант, дата рождения 29 января 1998 года. Воинское подразделение, в котором проходили службу? Воинское подразделение – это 503-й отдельный батальон морской пехоты, должности командира 3-го взвода морской пехоты, 2-й роты морской пехоты. Учебное заведение, которое вы оканчивали? Учебное заведение, которое я оканчивал, это военная академия города Одесса. На военной службе с какого периода времени? Ну, воинскую присягу дал в августе 2016 года. В зоне АТО, ООС были? Был в зоне ООС на линии разграничения, да. На каких участках фронта? На направлении Торецк-Горловка и населенный пункт Верхняя Торецкая и получается там Озеряновка. Как вы попали в плен? Анализируя ситуацию, понимаю, что с нашими ранениями мы живыми не сможем выйти, и было принято решение сдаться в плен. Вам оказали медицинскую помощь? Да, когда мы сдались в плен, то нам оказали медицинскую помощь, то есть нас пострелил, ну, у вас это, как понимаете, инструктор, а по-нашему боевой медик. Знаете судьбу своего личного состава? Ну, те, кто был со мной, мне сказали, что они погибли. Как ты оценишь профессиональные качества своего командира роты?
который не довел тебе ничего и бросил тебя, говоря, на убой? В данном случае я очень низко, в данном случае, потому что когда дается задача, а мне она, в принципе, даже мне просто сказали, что вот ты будешь там, вот у тебя взводный опорный пункт, пройдись, потому что меня вот за день до штурма Красной Поляны перевели на взводный опорный пункт с бронегруппы. Вот пройдись, посмотри сейчас вечером, что там, утром пройдись, посмотри еще раз, и все, на этом, грубо говоря, была поставлена. Что ты хочешь ему передать? Человеку, который тебя послал на убой, бросил, на мясо, и ребят, которые были с тобой. Сколько тебе в взводе было человек? На взводном опорном пункте было 28 человек. 28 человек. Послали просто на убой. У меня нет слов, поскольку, точно, скажем так, разбитое чувство само. То есть даже сформулировать фразу правильно. Наверное, то, что нас оставили. И, допустим, даже когда вот я пытался выйти к бывшему КСП роты, я понял, что там его уже больше нету, хотя бы для уточнения задачи. То есть, на самом деле, такое чувство, как будто просто бросили, а потом только сказали уходить. Ты как военнослужащий, да? Вот, с оружием в руках. Вот скажи, как ты мог допустить, что в твоей державе такое произошло, что нацисты захватили власть? Они вошли в вооруженные силы Украины. В украинской армии была нацистская идеология. Они навязывали нацистскую идеологию украинской армии. 10%. Ты с этим согласен? Где-то в районе 10%, да, тут я согласен, то есть. Навязали всей стране свою идеологию, свою манеру жизни. Да. Тут я никак не смогу этого объяснить, поскольку я понимаю, что это играло, по моему мнению, это играло с более высоких. Ты одессит? Да. Твое отношение к трагедии 2 мая? Резко негативное. Как думаешь, Одесса забудет 2 мая? Нет. Ты воевал против Донецкой Народной Республики. Ты хочешь, чтобы тебя сейчас отправили в Донецк? Честно, нет. Я понимаю, насколько там озлобленность к нам. Работали минометы. И понимаю, что... Работали с украинской стороны? Работали, да. И получается, потом происходили как минометные дуэли. То есть... Было нарушение минских договоренностей? Да, получается. Сейчас твои отношения к украинской власти? Это очень негативное, потому что кидают очень много вброса, что у нас все хорошо, что все отлично. Хотя на самом деле можно было это прекратить еще, мне кажется, на первых этапах путем спокойных переговоров. Но в ходе каждого этапа вечно их что-то не устраивало, и оно все продолжалось. Что ты хочешь сказать пацанам там, на передовой? Которые служат в вооруженных силах Украины. То, что, парни, вас очень сильно обманывают и точно говорят много неправды. Потому что я видел реально вооруженные силы России, как они относятся к мирному населению. То есть они пришли реально не с той целью, чтобы в тупую уничтожить либо захватить нашу страну. А у них есть четко поставленная задача искоренить вот эти вот праворадикальные и неонацистские подразделения. Твои отношения к Майдану? Зачем ты поехал на Донбасс воевать? В зону ООС? В зону ООС я ехал ты так... Ты же понимал, что напротив тебя в Донецке такие же парни, как и ты. Да, я понимал, но также я понимал, что у меня есть приказ, которым снова же меня туда отправляли как офицера, как командира подразделения. Ты стрелял народ Украины по Донецку. По таким же парням, как и ты. Это был преступный приказ. Ты понимаешь, что ты преступник? Да. Да. Ты кричал «Слава Украине»? «Слава Украине» в соответствии к приказу министра обороны. А ты знаешь, что это бандеровское приветствие? Ты это знал? Я знал, что оно использовалось, но... В плане контекста, то есть, я же говорю, как по приказу министра обороны Украины, которая заменяла «Бажаю здоровья, товарищи».
Слава Україні! Героям слава! Зайняти радіостанцію. Дай змогу наказу не віддавати німецькій комендатурі. Вивісити український прапор. Виконуйте. Наказ, друже, командир. До тюрми. Хто такий? Де українського легіону? Командир українського легіону. Ти согласен, що на офіційному рівні ввелась фашистська пропаганда в вооружених силах України? В даному випадку, да. Поставили флаги білі і поїхали. Через 2 хвилини, слышимо, пройшли, ну там колона двинулася, вона далеко була, вже чуть не на виїзді. Через полчаса крик, караул, всі розбігаються, всі. Говорять, що пускають, розстріляли 2 автобуси. Они там дети были, люди кричат, что вы делаете, это же дети. Они сказали, что на войне детей и стариков нет. Когда ты давал присягу народу Украины? Да. Потому что будет его защищать. А кто сейчас расстреливает граждан Украины в Мариуполе? Как ты считаешь, после освобождения Одессы местным населением ты будешь воспринять как враг? Честно, не могу достоверно ответить на этот вопрос, потому что не знаю. Ну как считаешь? Одесса — русский город. Мне кажется, в процентов 90, да. Перешли на сторону Луганской Народной Республики. Согласно международному гуманитарному праву, им была оказана вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. Пока военнослужащие ВСУ будут находиться на территории республики, они будут обеспечены питанием и всем необходимым. Не стоит. Снаряд не выбирает цель. Мирный житель, военный. Это не снайперская винтовка. Снаряд летит в дом, убивает все живое. После сдачи ковид-тестов им предоставили возможность позвонить своим близким. Алло, мам. Нормально, я сейчас в Луганской области. И не знаю, когда будет там возможность позвонить. Я вообще довоевался. Что там? Все. Да, привет, это малой. У меня все хорошо. Привет. Слышь, алло. Да, алло, ты слышишь, у меня все хорошо. Я в ЛНР. На данный момент все украинские солдаты подписали декларации об отказе сопротивления. Если ни за кем из них не будет замечено фактов военных преступлений, вот все они вернутся к своим домам свободными гражданскими людьми. После чего обратились к своим бывшим сослуживцам с призывом сдать оружие и прекратить бессмысленное кровопролитие. Братья, хватит друг с другом воевать. Из-за этого ненужные жертвы. Не только среди нас, а и главное среди мирного населения и детей. Ребята, призываю вас положить оружие и начать строить новую жизнь в Украине без войны и без кровопролития. Казанков Никита Валерьевич, 27.06.1996 года давали байку там на четверых. Вообще, мало. А тут нам говорят, берите все, что хотите, ешьте сколько хотите. Буквально прошло часа пол, и все фашики, то есть азовцы, уехали. А вы что делали здесь тогда? Нам задач никаких не было поставлено. Мы просто нас привезли и все. Всего здесь, со всего батальона, находится одна рота. Сколько человек сказал? 70 плюс-минус человек. Точно не могу. Только в вашей группе? Это именно конкретно 74-й батальон. Вот. По поводу Азова, сколько их людей, могу сказать только ориентировочно, около сотни. Какое состояние бойцов в Азовстале? Подавлен. Судя по разговорам со многими, многие хотят сдаться, но боятся. Боятся, что будут стрелять. То, что они, наверное, вы не знаете, что они в спину стреляют, которые хотят выйти оттуда. Боятся, что будут стрелять и оттуда, и отсюда. Но отсюда вас... Я обратил внимание, если честно, на то,
как ко мне сейчас отнеслись. Я, честно сказать, после того, как меня сегодня бросили, я отошел немного дальше от этого места. Я лег, я взял просто белые пакеты, что нашел, и просто махал вашей птичке, чтобы меня нашли. Что хочешь сказать теперь? Что сказать? Что хочешь сказать? Включай голову нашим власти, которая якобы есть. Которые тупо кинули пацанов и нас нет. Ахмат сила! Гнать их надо, твари, не то, что с ними договариваться, нечем с ними договариваться, да. И не с кем там договариваться, подонки они. Азовцы, они очень нагло себя проявляли и на блокпостах, и так вот по городу ездили, и очень дерзко они себя вели. И доходило до маразма, ну, просто-напросто. Да. Если, ну как бывало, они просят закурить на русском языке, а ты на русском отвечаешь, у меня нет, значит, ты русский, и там чуть ли не разборки происходили. Самое главное, что наши дети будут учиться на русском языке. Ой, да. Это ужас был, это просто кошмар, это просто такая, не знаю, очень жалко детей. У нас русскоязычное население, как мучили нас. Выехали откуда? С Мариуполя. Как вы смогли выехать? Помогла Россия. Российские войска. Большое спасибо. Украина. Почему? А украинская армия не помогала вам? Украинская армия стреляла по людям. Прям в дом. Я не хочу. Да. Вы рады, что вы выехали? Конечно, мы рады. Спасибо вам огромное. Мы 26 числа не в подвале сидим. 26 числа. И сейчас еще я выехал. Кого-то душно уже. А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал оттуда. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Заблокированы были. Приезжали военные, говорит, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Просим парад. И хотим, чтобы на параде вывели вот это украинцев, которые разрушили наш город. И плюнуть им в лицо хотим. И за то, что страдают наши дети. Они оставились без нихера, без еды, без воды, извините, инвалид стою без руки. Они меня оставили. Они заезжали во дворы, они стреляли. Они сказали, это вам за то, что в 2014 году сделали референдум. Они это говорили. Заезжали, танк ездил взад-вперед здесь, они стреляли во дворах. Они сказали, если будете нам мешать, мы стреляем на поражение. Они выводили с девятиэтажки людей и говорили о том, люди, чтобы... Женщины силы. В течение часа должны покинуть свое жилье. Да. И после этого они поджигали все. Лично горела девятиэтажка, лично мы были в бомбоубежище. Пацаны помогали людям выносить вещи, мы в бомбоубежище сносили. Они начали стрелять по ногам. Они, это Украина, наши типа как защитники, которые прячутся, суки, по заводам. Это вот это, твари, которые мы хотим плюнуть. Как они сказали, можно залезть на девятиэтажку? Они сказали, ну, жителям просили, можно ли залезть? Они сказали, жители, нет, не нужно. Тогда, говорит, царство вам небесное. Они сказали этим людям, которые жили в девятиэтажке. Вот оно, царство им небесное. Да, да. Не знает, как вот на Левченко сидели люди, просто-напросто сидели, их держали. Сказали, если вы уйдете, говорит, мы вас будем расстреливать, вы предатели. Женщин насиловали. Мужиков били, трупы, говорят, вот, пожалуйста, вот ваш 200-й, говорит, мы вот, хотите, забирайте его, похоронить даже не разрешали. Вот такое твари делали. Я истинный мариуполец, вырос, родился здесь еще в Сталинской области. Так вот, я хочу обратиться, во-первых, к Бойченко Вадиму Сергеевичу, нашему мэру. Где вы были, уважаемый мой, за все эти... Вот эти вот месяцы, которые вы сказали, все будет хорошо. Все машины МЧС были забраты вооруженными силами Украины. И вот они проезжали, это я очевидец. Как Порошенко говорит, я не дам поплюжить и свою армию, так она СБС поплюжила. Я и украинскую мою размовляю так гарно, как российскую. Это две моих мовы.
Так вот, он сидит с автоматом в машине пожарной, ну, МЧС, но в пожарной машине, горит рядом дом, он сидит и улыбается. Ни одного, даже в 41-м году, в 40-х, когда была Великая Отечественная война, все, пожарники работали, а тут вся служба была уничтожена. 90, а то и больше, процентов всех домов разрушено в Мариуполе. Вся инфраструктура уничтожена. Вот они стоят, 14-этажки, можете посмотреть. О, доблестные воины ставили туда минометы, сверху стреляли, и стояли эти у них под домом, ну, кразы, а там, ну, такой вот они. И все стреляли. Танк заходил. Зайдет между домами, стрельнет раз-два и уходит. Благодарны ему за помощь. Они единственные, а кто о нас помнит. Мы вам, ну, не кланяемся. Благодарны вам за все, что вы нас не забываете. Спасибо вам. И Путину спасибо, что он нас помнит, что мы еще живы. Рамзан Ахматович, спасибо вам большое, что вы нас не бросаете, что вы нам помогаете, что рано или поздно это все закончится, мы очень этого ждем. Спасибо вам большое. Очередное продовольствие в больницу роддома в центре города Мариуполя. Здесь находятся овощи, фрукты и все необходимые продукты питания для новорожденных, а также детей в возрасте до 12 лет. Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за оказанную помощь, за то, что нам привозят продовольствие, воду. Спасибо огромное. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Вы вырастили хороших, достойных ребят. Они нам здесь помогают. Спасибо большое. Владимир Владимирович, спасибо огромное вам за то, что вы нас освободили от этой унижения, от этой нечисти, которая у нас была. Просто над нами глубились все эти 8 лет. Огромное вам спасибо. Рамзан Ахматович, дай Бог вам здоровья, вашим воинам, за то, что они нам помогают, за то, что они нас освобождают. Спасибо вам. Проживите 150 лет. Всего вам хорошего. Мы, простые жители, вас благодарим. Город города Мариуполя. Дай Бог здоровья всем.